Акт 2, сцена 2. Чувак, где мой пацан? Бля, сейчас девчонка приехала, какая-то вмазанная, мне говорят. Ну, типа, видимо, умазалась чем-то. Да это Лиза Бекина. Фу, бля, жарко, пиздец, что-то я нахуй. Вообще охуеваю тут. Хлопка не было, по-новой давай. Чё? А, блядь. Акт 1, сцена 2. Чувак, я вмазана. Я тебе сейчас двину. Да нет, разминка заебись прошла. Да. Я трубку беру на домофона. Она говорит, я. Я говорю, кто я? Она говорит, угадай, блядь. Ой, сейчас какой-то кадр будет очень смешной. Я думаю, что можно даже, ребята, кто там, Брама, Зеля, кто стрим сейчас смотрит там на балконе, если будет смешно, супер, меня с ней, дайте время немножко, мне кажется, она смешная, если нет, то заходите. Бля, мы сейчас стоим на лестничной клетке, подбегает, короче, чувак на наш этаж, на лестничной клетке, и, о, Мафай, давай, можно сфоткаться, прям здесь в подъезде. Я говорю, как ты нас нашел? Он говорит, я бежал с другой улицы, я вас, бля, сталкер какой-то, прикиньте, засталкерил, в подъезд к нам забежал, заставил фотографии делать, там, записывать все. Я сказал ему, брат, без проблем, только больше так не делай, это же мне страшно, блядь. Как он нашел вообще падик, блядь, он в падик, падик нашел, поднялся, блядь, запыхавшийся такой. Это вообще стрёмно было. Это я, да, не знаю кто, ну, парнишка просто очень уставший был. Он еще бегал по этажам, искал нас. А если спалит? Ну, надеюсь, не спалит. А мы все равно, мы завтра съезжаем с этого офиса. Нас выселяют. Она каким-то образом зашла в подъезд и пишет, бля, ахахахаха, я зашла на лестницу и не могу попасть в дом. Это пиздец. А, тут зеркальная, наверное, похуй. Да, там что-то сейчас интересное придет ко мне. Можно реально фейскайн вызывать. Мента надо. Да блять. Да мент заебал. Смотри, чтобы у нее оружки не было. А что, она меня грабануть пришла? Все, я ушел. Почему? У меня телефон садится. Давай. Мне пора спать, все, давай. А как стрим будет? Мент классика. Да нет костюма мента у нас. Мы с офиса переезжаем завтра. Мы уже шмотки потихонечку перетаскиваем. Бля, она перед поездкой сюда забрала какую-то посылку на Озоне и сказала, что ее вмазала. Я не знаю, что это. Да, стрём. Я говорю, она не на ту лестницу поднималась вообще. Блять, башка мокрая, вся грязная уже. Я заебал ее поправлять. Она вся сальная. Сейчас придет девочка на свидание. Я, блядь, в ахуе. Мускатный орешек. Айфон спрячь. Мне не вкачан навык подниматься по лестнице. Она видит лестница такая. Господи, спаси, дохрани меня. Привет, проходи. Можешь не разуваться? Я еще полы искал помыть. А? Да ладно, нормально, нормально. Не, хочешь тапочки надень, ну просто не босиком. Хорошо, спасибо большое. Просто я не успел. Как доехала? А? Да, да, я говорю, вчера тусовка здесь была, пиздец, слышим, нахуй. Что делали? Ой, надеюсь, не против, что я здесь села. Да нет. Хочешь на мягкое, я могу туда сесть. Да, на мягкое. Ну ладно. Ну рассказывай, как оно? Пиздец, я скрутила себе перед выездом. Вот, еще сидела, давай, переждала, пока приедет машина, там, типа, в приферочной, мне в итоге начала встречаться девушка, пока там приезжала хотя все в порядке, типа, с вами. А ты с какого района? Дыбенко. А, с Дыбенко. Вот. Я
что не поняла, куда я еду, я думала, что... Я, блядь, перепутала, я думала, когда ты сказал Невский и... Типа, ну да, я типа думала, район. Про проспект, а ты про район. Да, я, ну это же район получается, правильно? Ну да. Ох, так, ну жарко, да, скажи? Да не, нормально сейчас. Я у окошка сижу. А, ты специально, да, там села? Ну, мне сложно переносить вообще жару, на самом деле. Я даже зимой открываю окна нараспашку. Есть пацаны, кто находится в комнате, люди просто такие, блядь, под одеялом, там, на пустых одежде, знаешь, лежат. Или им говорят, тебе не холодно, может быть, закроешь окно. А ты одна живешь? Ну, с бабушкой, но у нас трехкомнатная квартира. Мы так живем вместе, что почти не видимся, блядь. А что, она работает? Нет, я почти не ухожу из комнаты, или наоборот, там я не бываю дома. А ты тусуешься чаще всего? У меня два состояния. Ну, в Москве я обычно работаю. В Москве? Да, либо хижу за наркотиками. Вот, потому что я из Москвы приехала в Питер на какое-то время. Потому что в своей наркомании достигла, ну, наверное, не дна даже, а уже пробила двойное дно и поняла, что... А зачем, почему нельзя спортом заняться там? Вообще мне спорт противопоказан, типа, по состоянию здоровья. Осуждаем. Вот, а что у тебя со здоровьем? Крыша поехала после того, как... Блин, ты уверен, что... Я не знаю, просто у меня такие довольно жутковатые истории, если честно. Ну ладно, перейдем к ней попозже. Мне просто... В последнее время просто в моей жизни происходит какой-то трэш, типа, и... Ну, может быть, не стоит сразу вываливать это на нового человека. Я просто обычно рассказываю, люди в ахуе, типа. Да не, просто не интересно, мы можем просто постепенно к этому подходить. Мне, в принципе, это, ну, мне правда интересно. А скажи, а ты вчера тоже ездила куда-то и тебя кинули там что-то? Не вчера. Несколько дней назад. Ты также познакомилась с типом Завинчика? Да. А как он тебя кинул по итогу? Ты приехала на хату и там что, ничего? Он мне сказал, мне полный адрес, перестал выходить на связь. Это было уже после закрытия метро. То есть я уже, в принципе, когда на метро приехала, типа метро закрылось, я поняла, что я не доеду прийти обратно. Вот, поэтому я просто доехала до адреса. Это было в пизде вообще настолько, я не знаю. Это была конечная остановка, короче, автобуса. Это, а что это за метро было? Петеров. А, ты приехала на метро, а он тебе скинул адрес полностью? Можешь, пожалуйста, налить водички? Да. Спасибо огромное. Он тебе... Он не полностью адрес скинул. Ну, я что-то, блядь, обычно я спрашиваю людей, либо номер телефона, ну, блин, знаешь, человек может пропасть, даже если даст номер телефона, типа, это не гарантия. Просто... Че, а он... Все, он так не ответил больше ничего? Да. А на чем он следился, как думаешь? Понятия не имею. На самом деле, я вообще не поняла. Спасибо большое. Конечно. Вроде, типа, коллега по цеху тоже музыкант. А ты музыкой занимаешься? Ну, уже нет. Но 15 лет за спиной опыта. Поешь? Ты играешь на что-то, на чем-то? Пою, пишу тексты. Пела, писала тексты. Играла на гитаре. Протяни Давала. Соль. Я не пою больше. Вообще все? Так а что, голос-то остался? Не осталось. А что татуха на лбу, что означает? Да так. Социальное значение, да, личное. Личное? Ну просто на таком месте, прям публично, набивать что-то личное, это странно. Почему? Ну, часто заебывают, наверное, с вопросом, как минимум. Ну, как будто бы ты это специально... В последнее время реже, кстати, я заметила. Всем уже похуй, да? Может быть, потому что я не ухожу из дома почти. Ну да, бабушка, наверное, привыкла. А во сколько лет набила ее? Не, не привыкла. Она мне постоянно говорит, когда ты ее сведешь. Я уже заебалась, я объясняю, что мне нельзя сводить татуировки по состоянию здоровья. Почему? Ну, вот так вот. Лазер — это, в принципе, довольно опасно. Ну, не опасно, точнее, а любое вмешательство, типа, человеческий организм, это риск, вот, а при некоторых заболеваниях, ну, это опасно. Вот, ну, короче. А во сколько лет ты набила ее? 21? 22? Сколько лет назад это было? 22. 4 года назад. 5 лет. Охуеть, уже 5 лет прошло. Тебе же 27, да? Нет, мне 26 почти. А, почти? Да, вот в понедельник. Так если 5 лет назад, значит, тебе было 20, тогда не 21? Нет, если... Ну, я не помню точно, 21 или 22. Где-то между. Понял. Точнее, не, я не помню, а это было реально между. Зимой. А чем ты часто занимаешься? Учишься, работаешь? Работаю. А ты училась? Я не сойти с ума.
Блин, ну у тебя такие вопросы базовые, типа. Ну, просто эти, как ну, будто да. собеседование проходит. Да, мне интересно просто, ну, чё, как вообще, чё, как живёшь? Да, блин, ну, на самом деле, живу хуёво достаточно. Не просто так, я приехала в Питер, чтобы взять себя в руки, потому что это уже достигло, блядь, какого-то предела. Ну, смешно даже. В Москве легче потеряться, чем в Питере? Ну, мне, наверное, вышло, что да. Ну, здесь всё-таки у тебя бабушка, как минимум, да? Мы с ней не общаемся почти, в этом проблема. А родители, мама, папа, что? А, мы не общаемся. Одни с тобой или ты с ними? Они со мной. Что-то сделала? Меня подставили. Родители? Отчим. Что, он грабанул банк, на тебя что списал? Грабанул мать. Грабанул мать? Золотые украшения, да. И сказал, что это ты? Да. А ты-то успел? Сидел, нахуй, моя пришла, блядь, не пизда, она сейчас мне в яйца душит, нахуй. Ну, блядь, пизда, да, блядь, она ёбнутая, я тебе говорю, нахуй. Она будет заходить сюда? Да я не знаю, просто. Закрой дверь. Подожди, а зачем? Закрой тёлку, ты дурак. Прикрой меня, а? Да, блядь, там, нахуй, это видишь. А что нам говорить, если что? Прикрой меня, нахуй. Что нам сказать ей? Да я не знаю, скажи, что меня здесь нет, блядь, просто. Она ёбнутая, она мне сейчас яйца выкрутит, блядь. Так она хоть левую тёлку себе домой зовёт. Да, блядь, радуха тебе, она сказала, на работу сегодня до 9, нахуй. А сколько времени сейчас вообще? Сейчас 9:40. Блядь. Это просто пиздец, братан, нахуй. Она заходит, блядь, я еле-еле, нахуй, ту сюду, блядь, вот. Тихо. Привет. Я слышала, как он топал в пазике, и он пошел сюда. Ну, здесь его не было. Мы здесь одни сидели. Блядь, что за хуйня? Может быть, он просто побежал, может, к нам или еще в клетке где-то? Блядь, нет, он побежал, типа, в эту лестничную клетку, зашел в эту квартиру. Воняет им. У меня духи просто комфорт тоже. А у тебя какой парфюм? Я облизала с парфюм из соседа. А что он сделал-то? С какой-то шлюхой ебался. А как ты спалилась, что ли? Пришла домой. Здесь его присядь, ладно, успокойся. Ну здесь его нет просто. Ебать! Меня все трясет нахуй. Просто пиздец. Я, блядь, вообще этого не ожидала. Да, блядь, успокойся, может, водички? Давай. Спасибо. Тебя не продует? Может быть, я чуть-чуть... Давай не будем разговаривать, я не хочу говорить. Почему? Ну, что случилось? Я покурю сишку на балконе, можно? Ну, конечно, можно. Ты куришь? А, нет. Я могу тебе угостить курешку, если ты хочешь. Да не надо, спасибо. Это жестко. Блядь, просто пиздец. Я его, если найду, я не знаю, что я с ним сделала. Да ладно, успокойся, да я думаю, что он сейчас дома будет. А что, ты прям с бабой его спалила? Да, я пришла. А баба это где? Блядь, там осталась на хате. Что, ты ее там заперла? Ну, дверь закрыл, он когда выходил, я просто успела выбежать. Блядь, да, ну косяк. Ну, ладно, присядь, что, ну давай сейчас наберу ему, узнаю. Давай, позвони, пожалуйста. Да мы недавно знакомы, мы на Давинчике познакомились. Пум-пум-пум-пум. Пиздец, я надеюсь, что у вас такого не будет.
Да не, нет, мы... Да мы недавно, мы просто пообщались немножко в Давинчике. Что это за хуйня? Яша, чекни ТГ, пожалуйста. Что со столом? Дернул случайно. Да. На балконе тоже не сможешь посмотреть. Да, в общем-то, да, они... С вами 26 годами я поняла, что, блядь, большинство людей не умеют вообще взаимодействовать с другими людьми, а про любовь вообще молчать надо. Да ты присядь, чё ты, ну чё ты, его да нет вот здесь. Блядь, я не знаю. Сейчас я наберу, знаю. Все, вскрывайся, долбоёб, тебя, блядь, обнаружили, нахуй. Сам тебе разъёбывайся. Ты кончен, нахуй. Встань! Куда, блядь? Ты всё, блядь, ну всё уже, ты долбоёб, ты сам, блядь, нахуя пиздишь? Вытащи его оттуда. Как его? Ну пусть сам. Врезай тебе, блядь, ебану. Кого? Мы тебя прикрывали, как могли, блядь. Кого? Извини, просто я... Я его не прикрывала лично. Это, блядь, смешно просто. Пиздец. Ну вылезай, блядь. Просто появился как лох. Ну типа это пиздец. А что ты не прикрыла, ты его сказал? Ты что-то вывела бы ее, тоже проиграла бы. Напиздела только на меня, блядь. Могла бы и прикрыть, нахуй. И правильно сделала, что спалила, блядь. Я никого не палила. Она за нас была. Спалила, блядь. Я не прикрывала. Спалила, нахуй. Ты сам спалился, походу, чувак. Вылези нахуй оттуда! Блядь. Ты покупал пиво? Да я, блядь, сейчас тебя мусором вынести его. Ла! Что я сделал? Да прогони нахуй, блядь! Как? Да, да выгони! Да я не могу. Прогони ты, короче. Ты угораешь на твой чувак? Пиздуй отсюда, Лиза! Ты больше не любишь ее? Вы хотите расстаться или что? Бля, куда она пойдет? Там эта пизда, чувак! Включай эту квартиру у меня! Лиза, иди нахуй! О, блядь! Съебывайся. Пронесло, братуха. Чего ты пронесло? Она тебя спалила, идиот. Кого? Тебя. Блядь. Братуха, я застрял. Да мне... Блядь, как тебя выпить? Давай. Беги! Ты телефон оставил, еблан. Лиза, вернись, он ушел. Успокойся, я просто боюсь тебя одну оставлять. Я тоже лично переживаю за него. А что думаешь, не? Ну, бля, я бы ёбнулся на ее месте. Это блядь, у них просто, Они вместе с ним живут? Чё квартира? Это? Та, в которой они тусят. Та Лизина. Пиздец. Ты прикинь, то есть он... Да, он ушел. Блядь, да я ебал, она за плиткой стреляет просто каждую секунду, блядь. Да, блядь, хорош названивать, сука. Лиза, ты идешь? Да. Хочешь пиво? Нет, иди запьем, пожалуйста. Сейчас схожу. Сейчас, да. Лиза, присядь, успокойся. Я с ней побуду. Сейчас. Да я этот ебан хочет что-то. Да пошел он нахуй. Да я пишу ему, чтобы он ебал. Сейчас, подожди секунду, я сейчас бегу за пивом все. Все нормально, успокойся. Нервничай.
помахали. Сколько тебе лет? 20, а тебе? Почти 26. Понимаю. Ты такая красивая. Спасибо. Ты тоже. Просто пиздец. Блять. Как он мог, блядь? Вот я не понимаю, типа, у меня тоже были отношения, я очень грустно все закончилось. Он меня вообще в инете бросил. А предыдущий мой парень ёбан себя у меня в кровати, прикинь. Я рядом с трупом проснулась. Типа, сука, не умеют, блядь, испортить себе печатки. Тебя ждала. Куда ты придёшь? Заждалась, блядь? Ну что, проходи. Блядь, ну давайте сейчас... А этот нахуя здесь? Я ж ты сказал не приходи, чувак. Она с моей... Ты с моей девчонкой, блядь? Я со своей девчонкой, ты. Это моя девушка. Ты сделал хуйню, тебе надо съебаться. Я? И да. Быстрее. Нет, блядь, я. Это моя девушка, ты можешь мне это... Я попросил его приехать, блядь. Что такое? Вопросы какие-то имеются у тебя, что? Зачем хочется вообще? Так это что, вы же расстались, я так понимаю. Я ее всегда Зая называю, даже если она, блядь, умрет. Так да, ты ее изменил вообще. Да кого? Она придумала все, блядь. Ты долбоеб, я прихожу, там тёлка, блядь. Иди отсюда. Нет, Саша, присядь туда, вот там кризис тогда. Что? Ты, блядь, не знаю, садись сюда, давайте разбираться, блядь, чё. А чего? Давайте, блядь, чтобы вы сейчас... Да. Давайте разберемся сейчас здесь, чтобы вы потом не разбирались в подъезде, без всякой хуйни, блядь. Да я в подъезде будет смерть сразу. Я его закопаю. В подъезде смерть для него будет сразу, я вам сказал. Вот лишнего не говори только, пожалуйста. Ты к моей девочке не, под... не это... Что яйца нет? Свои не кати, этот колбасик. Уже все сделано, дружочек. Ты сам виноват, блядь, в этой хуйне. Тебе просто надо было держать себя в руках, я не знаю, блядь. Я головой думать о них. Я ничего плохого не сделал. А почему она себя так ведет? Потому что она проститутка. Ты что, охуел вообще? Ты что так базаришь вообще? А что? А зачем он так разговаривает? Ты сам изменил. Я ничего не делал. То есть ты изменил, она проститутка? Я ничего... Вы, блядь, вы просто лежали. Может, ты проститут? Я ничего не делал. Может, ты проститут? Я массажистку себе заказал просто и все. И вы оба голые, блин, массажистка тоже голая. Ну а что, если у нее форма такая? Да ты изменил, ничего, да ничего не было, я тебе говорю, о. Я нихуя тебе не верю, ты можешь съебаться. А ты уже, сколько, 10 минут прошло, ты уже нашла себе вот этого хабарика? Да. В смысле нашла, она до тебя нашла меня. Она тебя нашла. Ага, значит ты сама виновата первая, блядь. Ты что это, хочет, я не ветреная. Не знаю, хули он пришел вообще сюда. Уходи. Ты где живешь? Страха у него нет, блядь. У него вообще страха нет. У него вообще страх. А что у него, блядь? Чё? Друг, а что ты хочешь вообще? Да все, все, все. Я тебя сейчас тут сиди, а то не встанешь потом. Ты. Блядь. Ну вот как мне вот реагировать? Я говорю, Лиза, ты с кем? Ты, он тебя изменил? Я? А ты вот с этим, блядь. Солдат, я позвала, да, что мне надо было сделать, блядь. Ей нужна сильная поддержка, сильное плечо, в которое она может поплакать. Так она права, ты изменила, она... Слезы, грязь, письки, а вот это всё. А, и сразу к бывшему побежал, да? И этому, чё? Который абузер, блядь. Абузер? А ты, блядь, лучше абьюзера? Я вообще замечательный человек. Да? Да. Что происходит? Да тебя, ёпта, просто как это надо. Да ты помолчи сейчас, тебе он сечёт. Я его сейчас тут это на под стол закатываю. Блядь, не хочешь в страхе остаться, не вставай лучше, нахуй. Я сейчас с Клифосовского тебя провожу. Я тебе сейчас дзюдо покажу. Какой дзюдо? Как сколько ты занимался дзюдо? Я больше занимался тебя дзюдо. Две недели. Ты боевое дзюдо изучал или какое? Капуэра. Что? Так, короче, ладно, ты давайте. Пивом. Да, давайте. Я очень хочу пиво, это вообще тут при чем? Ты можешь, ты, я могу на тебя оставить эту штуку? Да, пожалуйста, принеси пиво. Успокой, хорошо? Попробуй, успокой, попробуй. Я, блядь, гостя приехала нахуй. С мальчиком познакомиться. Что там происходит, блядь, какого хуя? Я не знаю, что происходит, меня вот напрягает вот это тело просто. Трехслойное. Ладно, давай ты мне тоже, пожалуйста, ты всех беспокоишь. Уйди, пожалуйста, ты всех обрегаешь. Всех это шутка. Я вообще не уйди, напрягаю. Пожалуйста. Да куда я уйду? Выйди, ну я не знаю. Мне идут уйди. Хорошо. Ну ты всех обрегаешь. Ты сядь, ты комбайн. Да пусть он останется, ему пиздюлей дам потом. Кого? Я тебе сейчас это... Все люди в комнате присутствуют, я хочу, чтобы ты ушел. А никто хочет, поднимите руку. А ты остаешься здесь. Я попить не переживаю. Да ты не дергайся в лишний раз. Блин. Геморрой? Немного. Она тебе рассказала, что ли? Проблема. Догадался. Ты напрягаешь всех. Что? Чё? Сейчас мои друзья подъедут. Какие? Магомед. А, и что? Магомед сейчас подъедет. Я сейчас Гришу сейчас позову. Магомед сейчас подъедет. Он велосипедист.
Ты ж Магомеда знаешь или что? Бля, кто такой Магомед? Че ты разрушил? Сразу души, я, блин, не разговаривал с тобой больше чувства, ебаная. Гришаня приехал. Я не понял, а что ты здесь? Здорово, Гришаня. Вот это уебал. Какой нахуй Гришаня? Вот это уебал. Что за хуйня здесь происходит? Какого хуя столько человек? Где хозяин квартиры? Он вышел за пивом. Какой нахуй пиво? Я оставил все. Быстро взяли вещи и съебались нахуй. Вы что из моей квартиры сделали, блядь? Это что за блюдушник нахуй? Очень хороший позиция. Ты кто такой? Я с девушкой познакомился. Нахуй на выход, забирай девушку, ты кто такая? Приехал. Все, забирай вещи, съебываем нахуй. Пойдем. Вы сделали, блядь, из моей хаты бордель, блядь. Какого хуя, где? Где хозяин квартиры? Мы отдыхаем. Да мне пол. Слышь ты, встал. Я, это моя квартира, сдавал человеку, сказал, да, я офисный планктон, делаю слышь, программы. Я беру свою девочку. Вы кто такие? Какую собирайтесь кровать? Вещи, уезжайте нахуй. Какую кроватку ты, блядь? У вас есть ровно 3 минуты. Какую кроватку ты? Не уедете, полицию вызываю, мне похуй. И вещи не забывайте. Здорово. Не дай бог, кто-то что-то спиздит. Чего вы там копошитесь? Одели быстро и съебались. Пиздец, блядь, с квартиры сделали бледушник. Алкоголь чей? Я на трупленьке отыграю, а ты на стрелке. А? Давай я на трупленьке отыграю, а ты на стрелке в сквад. Пойдем сегодня? Пойдем. А, не, мне с лейтенантом Мамура надо там кое-что сделать будет. А, блядь, понятно.